Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос, который вы задаете. Суть вопроса заключается в том, что значит, у автора стали всплывать детские воспоминания в голове, болезненные, вот, различные, ну, неприятные истории. Автор пишет, что значит, чувствовал себя замороженный во многих моментах. Вот. И, соответственно, вот описывает подавляющие такие тенденции по типу того, что родители говорили, надо быть умной, ты ничего не умеешь, иди и молчи. И автор спрашивает, что можно предпринять, о чем говорят такие всплывающие воспоминания из детства, это негатив. Ну, говорит о том, что вы не прожили это. Вот. Говорит, что вот эмоции, чувства, которые у вас по этому поводу возникают, да, они не прожиты. Вот, их нужно прожить, это нужно все выразить, выплеснуть, чтобы вас это не оправляло, чтобы вас это, чтобы вам это не мешало. Чтобы вас это как бы не разрушало изнутри, вот, и, соответственно, все придет в норм, вот. Вероятно, потребуется проработка детско-родительских отношений, скорее всего, детско-родительских отношений, потребуется работа с этим, вот. И с установками, которые у вас есть. Вот. Но в первую очередь это проживание вот этих вот болезненных эмоций, которые вы описываете. Сделать это можно на консультации с психологом, то есть сделать это можно на психотерапии. Вот, выбирайте себе, значит, соответственно, психолога. Вот, который бы вас устроил, скажем так. Вот, выбирайте и начинайте с ним работать, начинайте с ним консультироваться по данному вопросу. На этом все. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Вы большая молодец, что обратились.